Сэмюэл Голдвин представляет Глория Свонсон в фильме «Сегодня вечером или никогда». Автор сценария Эрнест Вайда. Оператор Грег Толланд. Музыкальное оформление Альфред Ньюман. Режиссер Мервин Лерой. Продюсер Сэмюэл Голдвин. В ролях Глория Свонсон, Мелвин Дуглас, Элисон Скипворд, Фердинанд Готшалк, Роберт Грейг, Ворбертон Гэмбл, Грета Майер, Борис Карлов. Венеция. Нелла Вага в опере «Тоска». Какой голос? Кристалл, чистый кристалл, только холодный. Где чувство? Она никогда не будет великой примадонной. Давно я не испытывал такого душевного волнения в опере. Ее техника в порядке, но нет души, нет чувства. Дорогая, не говори глупостей. Конечно, было чувство. Извините, господа, сейчас здесь появится мадам Вага. Великолепно! Спасибо, большое спасибо. Позвольте поздравить вас, моя дорогая. Великолепно. Спасибо. Спасибо. Это было невероятно. Тишина, господа, тишина. Прошу вас, мадам, подойдите сюда. Это не займет много времени. Дамы и господа, вы только что прослушали трансляцию оперы «Тоска». Сейчас мы находимся в гримерной нашей гости-звезды, восхитительной Неллы Вага из Королевского оперного театра Будапешта. Сейчас она скажет вам пару слов. Прошу вас, мадам. Добрый вечер всем. Я хочу поблагодарить вас за оказанный мне прием в Венеции. Он был замечательным. Вы осчастливили меня здесь. Завтра, когда я буду возвращаться в Будапешт, я увезу с собой воспоминания об этом вечере и о вас. И о вашем прекрасном городе мелодии и волшебства. И вечной романтики. Аревуар. Браво, браво. Спасибо, мадам. Браво, браво, мадам. Один момент, друзья, один момент. Также с нами здесь сегодня вечером его превосходительство граф Альберт фон Гроньяк. Один из режиссеров Королевского оперного театра Будапешта. И жених прекрасной Неллы Вага. Он скажет пару слов вам. Прошу вас, ваше превосходительство. Дамы и господа. 4 года назад я сидел одним прекрасным вечером в Будапеште в своем кабинете. Ко мне вошла маленькая, неизвестная девушка, чье имя было Нелла Вага.
Конечно, требуется гений, чтобы распознать неограненный алмаз. Спасибо, ваше превосходительство. В заключение прошу вас запомнить, что эта трансляция для вас стала возможной благодаря компании Ассоциационе Дженерале Фрателли и Фрателлини, чей девиз «Мои спагетти длиннее, чем мое имя». Спасибо, доброй ночи. Отель Венеция. Добрый вечер, мадам. Добрый вечер, ваше превосходительство. Добрый вечер, Конрад. Добрый вечер, профессор. Успокой ее. Успокой ее, да. Успокой ее. Успокой ее. Успокойте ее. Успокойте ее. Успокойте ее. Успокойте меня. Я видел Альберта. Он попросил меня успокоить тебя. В чем дело? Я разве бушую? Разве я в истерике? Нет, ты даже не нервничаешь. Конечно, нет. Чего вдруг? Кстати, ты мог бы поздравить меня с моим успехом? Извини. Поздравляю. Что-то было не так с моим пением? Нет. Злобное чудовище! Вот ты кто! Все время придираешься. Я твой учитель. Учителя всегда недовольны. Так или иначе, у меня был успех. Да. У тебя успех в Венеции и Будапеште. Это кое-что, безусловно. Но когда ты споешь в Америке? Когда я спою в Америке? Когда я спою в Америке? Я слышу это от тебя каждый день. У тебя там должны быть ученики. Пока тебя не пригласят спеть в Метрополитен Опере в Нью-Йорке, твой успех нельзя назвать большим успехом. Ваш ужин, мадам. Ломтик хлеба с курицей. Конрад. Да, мадам. Тебе понравилось мое сегодняшнее пение? Сожалею, мадам. Мне пришлось паковать вещи. Я не смог приехать в оперу. Вот. Конрад. Твой дворецкий, который служит тебе многие годы, который оплачивает твои счета, следит за твоей диетой, даже он не горит желанием услышать твое пение. В тот день, когда Конрад станет аплодировать тебе в опере, я сниму свою шляпу перед Неллой Вага. Вы один, ваше превосходительство? Да. Я ускользнул от мадам Вага ненадолго. Выпейте с нами. Большое спасибо, но я не могу долго отсутствовать. Женщины не любят этого. Где я была бы сегодня, если бы не Альберт? Он был очень добрым, щедрым, не считая моего вхождения в большую оперу. Я очень благодарна ему. Мне нравится он. Я люблю его. Да, я люблю его. Мадам, мадам, он снова ходит по террасе. Да, молодой, симпатичный джентльмен, он снова ходит под окном. Сегодня третий раз. Третий раз, значит, он делает это намеренно. Осторожно, Эмма, я не хочу, чтобы он увидел тебя. Он красивый, правда? Я сейчас скажу. Он очень привлекательный. Вот он ходит. Но так медленно. Он должен пройти под окном. Глупости. Странно, что он не делает колесо или что-то в этом роде, чтобы привлечь твое внимание. Я думаю, это восхитительно, романтично. Да, мадам Вага, от этого мое сердце бьется чаще. Теперь он у моста. Смотри, он хочет вернуться. Он ушел. У него нет средства передвижения. Может, я увижу его из окна спальни?
Брось. Ты ведешь себя как школьница, а не как великая Примадонна. Значит, я великая Примадонна. Забылся, да? Интересно, кто он? Я знаю, кто он. Да, если бы ты знал. Скажи мне. Скажи мне, кто этот гуляющий мужчина? Я скажу, но ты не обрадуешься. Обрадуюсь? Я сидел рядом с этим молодым человеком в ресторане отеля вчера. Он был с... женщиной? Ну, это не преступление. Она была красивой. Самая красивая женщина Европы. Что? И с дурной славой. В свое время. Тогда это другое дело. Маркиза Сан-Джованни, некогда великая Примадонна. Близкий друг каждой коронованной особы на континенте. Старушка очень богата. Не рассказывай мне о ней. Расскажи мне о нем. Я к этому веду. Моя дорогая, со слов швейцара, главного официанта и отельного клерка, он ее? Она его? Что-то в этом роде. Я забыл, что. Я думаю, речь шла о тете. Тете, так или иначе, на данный момент. Я не верю. Почему? Вне сомнений, у него была дюжина теть. Значит, это красивое создание никто иной, как жиголо. И старая маркиза содержит его. Зачем ты сообщил мне этот слух? Потому что ты хотела услышать его. Не хотела, хотела, не хотела, хотела, не хотела, хотела, не хотела. Не хотела. Он всего лишь простой гондольер. Не тренирует свой голос. Но какая душа! Ты просто послушай. Гондольер может рассказать тебе больше об успехе, чем все учителя мира. Спокойной ночи, дорогая. До свидания в Будапеште.
Что-нибудь еще, мадам? Нет, спасибо, Эмма. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мадам. О, дорогой, я так счастлива. Ты прекрасна. Ты восхитительна. Только подумай, наконец-то мы влюблены. Поцелуй меня. Поцелуй меня. Алло? 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 Метрдотель? Говорит мисс Вага. Почему я не должна спать в такой час? Нет, в соседнем номере. Конечно, беспокоит. Я не могу заснуть. Что? Что? У них медовый месяц? Неважно. Не беспокойте их. О, дорогой, разве это не чудесно? Чудесно? Это волшебно! Я никогда так не была счастлива в жизни. И я тоже. Только подумай, наша любовь будет длиться вечно. Я не думала, что любовь может быть такой. Дорогой, еще, еще! Алло? Да. Дорогая, успокойся. Ты нанесешь вред своему голосу. Алло? Да, мадам. Алло? Да, мадам? Да, я уже иду. Дорогая, ты не заболела? Что-нибудь случилось, мадам? Чего вы желаете, мадам? Вопросы, вопросы, одевайтесь. Я не выношу здешний климат. Мы сегодня же сядем на поезд в Будапешт. Но мы должны ехать в Будапешт завтра. Мы сегодня отправимся в Будапешт. Похоже, в Будапешт мы отправимся сегодня. Спальное место его превосходительства готово. Ваше превосходительство. Что? Ваше спальное место готово. Спасибо. Как я хочу спать. Ты всегда хочешь спать, Альберт. Дорогая, я как Наполеон. Могу спать в любое время, в любом месте. Спокойной ночи, дорогая. Спокойной ночи, Наполеон. Скажите официанту, чтобы принес мне воду и много льда. Хорошо, ваше превосходительство. Могу я подготовить вам спальное место, мадам? Да, если хотите. Мадам, я так взволнована. Он на поезде, джентльмен. Извините. Прошу прощения. Маркиза Сан-Джованни. Что я тебе говорил? Маркиза тоже на поезде. Извини. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Эмма. Спокойной ночи, мадам.
Ты говорил, не спрашивай, моя любовь. Ты можешь получить ответ. Да, но мне нужен ответ. В конце концов, что ты имеешь против нее? Ты не можешь отрицать, что у нее есть голос? Ее голос — орган чистейшего, великолепного. В этом вся беда. Ее голос всего лишь орган. Он холодный и бесстрастный, как один из этих американских холодильников. Позволь открыть тебе секрет. Ни одна женщина не может стать великой артисткой без любви, без страсти, без пламени в сердце. Если бы она на самом деле была артисткой, она бы пела не только голосом, она бы пела сердцем, душой и телом, как я это делала. Милый старина король Константин. Он говорил мне: «Бьянка, дорогая, ты поешь не голосом, ты поешь своей...» Неважно, какие мысли его посещали о том, чем я пела. Я пела. Ты и твои короли. Это было время, когда короли были мужчинами. Это то, что нужно твоей Нелли. Я не имею в виду короля. Ты знаешь, что ты очень порочная старушка? А ты знаешь, что ты очень сладкий, дорогой мальчик? Ты мне льстишь. Войдите. Рудиг, почему у меня никогда не было любовника? Что? Ответь мне. Разве не у всех великих артисток есть любовники? Дорогая, все великие артистки — любовницы. Мужчины влюбляются в меня, правда? Ну а ты влюбляешься в мужчин? Для артистки важнее любить, чем быть любимой. Любить. Рудик, почему, думая о таких вещах, ты ничего не говорил мне? Я боялся, что ты неправильно меня поймешь. Видишь ли, я сам мужчина. Ты? Рудик. Кто там? Официант со льдом, ваше превосходительство. Войдите. Будапешт. Тебе лучше завтра не исполнять тоску. Почему? Почему, почему, почему? Ты сама не своя после приезда из Венеции. Ни тональности, ни жизни. Твое вчерашнее исполнение было никудышным. Ты дважды сфальшивила. Я услышал от тебя фальшивые ноты. Ты никогда не слышал от меня ни одной фальшивой ноты. Ты дразнишь меня. Ты сердишься, что я не попросила тебя рассказать последнюю сплетню. Я никогда не сплетничаю. Нет? Кстати, Шмидт Крупс, немецкий баритон, и Фрида Изенбах из Берлина приглашены в Метрополитен. Что? Из всех певцов для Нью-Йорка они выбирают эту бегемотиху Изенбах? У нее есть голос, но она не способна втиснуть свои бедра в такси. Не сочти меня злой. Как она получила ангажемент? Ее пригласил молодой американский менеджер. Его фамилия Флетчер. Он путешествует по Европе, находит новых звезд для Метрополитена. Сейчас он в Берлине. Ярица, Шмидт Крупс, Изенбах. Все, кроме Вага. Какое мне дело до этого? Конрад? Да, мадам? Ты бы хотел послушать, как я пою? Я спою для тебя. Уверяю вас, мадам, это большая честь, но меня в кладовой ждут торговцы. Принимая во внимание обстоятельства, мадам, я надеюсь, что вы поймете, что они ждут. Спасибо, но они ждут, мадам. Спасибо. Перейдем к первому акту. Ладно, Рудик, дорогой, сыграй мой вход. Придай мне настроение. Мадам, что теперь? Мадам, он снова ходит.
Закрой окно и не беспокой меня каждую минуту. Хорошо, мадам. Какое настойчивое жиголо. Вероятно, дело в твоих драгоценностях. Кстати, ты знаешь, что он живет в отеле «Реген» с маркизой? Они занимают один и тот же апартамент. И она, полагаю, все еще его тетя. Так, давай. Мне завтра петь. Давай. Хорошо? Но в этот раз с душой, с чувством. Я не могу, не могу. Ты знаешь, что значит эта сцена? Она значит, что мой возлюбленный ждет меня, меня. Она значит, что мы поедем к нему на виллу. Мы вдвоем. В небе луна, звезды светят, ночь пахнет цветами. И мы взволнованы. Да, утонченное видение любви. Да, но никто никогда не приглашает меня на виллу. Никто никогда не любит меня при лунном свете, когда целый мир пахнет цветами. Я ни в кого не влюбляюсь. Я ничего не знаю о душевном волнении. Как я могу донести до них? Со мной ничего не происходит. Я единственная женщина в театре, с которой ничего не происходит. Я с таким же успехом могу быть мертвой. Думаю, что мне нужно найти себе жиголо. У тебя есть его превосходительство, чтобы утешить тебя. Если ты думаешь, что Альберт фон Гроньек – утешение, ты ошибаешься. Ты действительно думаешь, что он научил меня глубинам страсти и высотам любви? Конечно, не мне судить, но его превосходительство – человек слова. Он все повидал. Вот именно, он слишком много повидал. Какое платье мне достать, мадам? Какое-нибудь старое, черное, мрачное. Хорошо, мадам? В чем дело? Ни в чем. Что в газете? Дай ее мне. Не читай это, дорогая, не читай. Майда Линден. Линден. Линден едет в Берлин. Да, Майда Линден, меццо-сопрано, едет в Берлин. Но как? Почему? Она будет петь там, говорит она. В надежде, что ее услышит Флетчер, американский импресарио, о котором я говорил тебе. Значит, она не может подождать, пока Флетчер приедет сюда. Она не может ехать в Берлин. Она поет с нами на следующей неделе. Я полагаю, что ей дали отпуск. Отпуск, Линден? За что? Его превосходительство в качестве личного одолжения. Рудик, ты и так уже измучил меня в течение одного дня. Ты и твои глупые сплетни. Теперь ты слишком далеко заходишь. Хорошо, хорошо. Что же, если ты не хочешь знать, что это Линден сегодня вечером ждет гостя к ужину? Одного гостя, всего лишь одного. Откуда ты знаешь? Моя экономка и служанка Линден, кузины, и... Твоя кузина сказала тебе, что Альберт ужинает с Линден. Я не хочу сплетничать. Сказала? Да. Это ложь. Сегодняшний вечер я провожу с Альбертом. Позже мы отправимся в немецкое посольство. Его превосходительство, мадам. Добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день. Как сегодня моя певчая птичка? Прекрасно. И дорогой преданный пес. Как мы поживаем, Фида? Большое спасибо за ваш благородный интерес, ваше превосходительство. Мне удается сохранять конуру над головой. Хорошо, хорошо. Мне жаль, дорогое дитя. Я зашел на секунду сказать, что не смогу быть с тобой сегодня вечером. У меня важная встреча в правительственном учреждении. Прошу прощения, я поспешу. Я должен достать собачьи галеты. Ваше превосходительство, до свидания. Пожалуй, я тоже должен поспешить. Сядь, Альберт. Я хочу поговорить с тобой. Что-нибудь случилось, дорогая? Альберт, мы помолвлены вот уже 3 года.
Это долгий срок. Терпение, Нелла. Немного терпения. Уверяю тебя, что я уважаю тебя так сильно, словно ты моя жена. Ты уважаешь меня так сильно, что ужинаешь сегодня вечером с Майдой Линден. Наедине. Альберт, у тебя роман с Майдой Линден. Нет. Ну, не сердись, не сердись. Правда, я должен рассмеяться. Кто рассказал? Кто рассказал тебе эту глупую сплетню? Сама Линден. Еле не знать. Линден? Невозможно. Ты говоришь, что я лгу? Вчера вечером она зашла ко мне в гримерную. Вот как я узнала. Как один из режиссеров оперного театра, я должен проявлять интерес к искусству. Не так ли? Интерес к искусству? Так ты это называешь? Искусство, искусство. Это всего лишь слово. Да, и неправда слово. И лицемерие, еще одно слово. И лжец тоже. Послушай, голубка, давай поговорим разумно. Как мы всегда делаем. Мы взрослые люди, не так ли? Дорогая, я не стану тебе лгать. Иначе бы я оказался в унизительном положении. Дорогое дитя, я признаюсь, что мое знакомство с Линден не было целиком официальным. Видишь, какой я честный? Как я доверяю тебе? Это должно доказать, как сильно я люблю тебя. И ты смеешь говорить мне все это? Дорогая, послушай, я обожаю тебя. Но 3 года... Это долгий срок. Да, 3 долгих года. Такова человеческая природа, вот и все. Это все равно, что... Послушай, дорогая, даже если у мужчины в доме замечательный французский повар, время от времени он может хотеть поужинать в ресторане. Еда в ресторане — это пустяки, конечно. Но он идет туда, скажем, для разнообразия. Разнообразия? Да, особенно когда его приучили к холодным закускам дома. Холодные закуски хороши для тех людей, у которых нет ни вкуса, ни аппетита. Если твое настроение улучшится, можешь позвонить мне завтра. Хорошего дня. Мадам, мадам! Это же подлинник! Ты хочешь сказать «был»? Прошу вас, мадам. Черное платье? Ты хочешь, чтобы я была в черном платье в такой вечер? Мадам, это красивое платье. Вы сами просили принести такого рода платье? Эмма. Достань мой новый белый сатин. И пелерину, которая идет к нему. Но, мадам, я надену свои изумруды, серьги и все свои браслеты. Эмма. И мое новое французское дамское белье. Я должна быть вся в белом и сверкать. Конрад? Да, мадам. Мне нужна машина к 9 часам. Хорошо, мадам. Погоди. Закажи такси. Мадам, уверена, что желает такси? Уверена. Хорошо, мадам. И позвони в немецкое посольство, извинись перед ними. Я заболела. И флорист Конрад, закажи букетик лилий. Нет-нет, это было бы слишком. Закажи гордение. Хорошо, мадам? 8-5, пожалуйста. Хватит с меня ломтиков хлеба с курицей. Сегодня вечером я поужинаю в ресторане. Говорят от мадам Вага. Сколько стоят гордыни? Я хочу 2 дюжины. 2 дюжины. Я хочу очень большой букетик. Гордыни очень дорогие, мадам. Я заказал 6. 6? Я отправляюсь в рай, а ты хочешь, чтобы я экономила на поездке? Пришлите 6 гордыни. Да, это верное количество. 6. Отель «Регент». Откуда доносится эта музыка? Это новый цыганский оркестр играет в саду. Непослушный мальчик. Ты не подсластил это? О, боже. Вуаля. Вкусно. Закрой окно. Музыка слишком возбуждает меня. Я знаю, почему ты сегодня вечером не в опере. Правда? Какая умная женщина. Полагаю, ты скажешь мне, потому что Нелла Вага не поет. Сознавайся, это правда, не так ли?
В этой опере больше никто не заслуживает, чтобы его слушали. Не понимаю тебя. Ты обычно такой невпечатлительный, а теперь что ты находишь в этой женщине? Не знаю. В ней есть нечто такое, что я не могу выбросить из головы. Она меня совершенно не трогает. Она всегда спит, даже когда бодрствует. Да, но если бы она только пробудилась, если бы что-то или кто-то пробудил ее, встряхнул, ты бы хотел стать будильником? Я знаю. Неужели я не могу восхищаться артисткой без взрыва эмоций с твоей стороны? Ты восхищаешься не артисткой, а женщиной. Не ревнуй. Ревную я? Я никогда не ревную. Нет, каждый день, каждому новому лицу, которое я вижу. В последнее время ты часто оставляешь меня одну. Это новая мелодия? Да, мадам. Она называется «Скажи мне сегодня вечером». «Скажи мне сегодня вечером». Восхитительно, красиво. Спасибо. Доктор говорит мне общаться с молодыми, весьма молодыми людьми. Интересы молодости, так он называет это. Конечно, мой здравый смысл говорит мне, что снова 16 мне никогда не будет. Не знаю, с тобой все возможно. Спокойной ночи. Ну? Неужели я не получу маленький поцелуй перед тем, как отправлюсь в постель? Конечно, получишь. Спи крепко. И пусть тебе не снятся красивые молодые женщины. Не будут. Мне будут сниться красивые молодые мужчины. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи, дорогая. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи. Что-нибудь еще, сэр? Нет. Прошу прощения, сэр. Я... Больше ничего. Думаю, вам кое-что следует знать, сэр. Правда? Что же? Боюсь, это может показаться несколько нескромным, сэр. Речь о даме. Не будь таким загадочным. Давай послушаем. Если вам угодно, сэр. Сегодня вечером одна дама ужинала в зале в одиночестве. Продолжай. Как это связано со мной? Что это за дама? Если вам угодно, сэр. Это была мадам Нелла Вага из оперы. Да? Продолжай. Она спросила меня, на каком этаже апартаменты мадам Маркизы.
Эта дама не знает маркизу. Она хочет встретиться с ней сейчас, в столь позднее время? Нет, сэр, она хочет увидеться не с маркизой. С вами, сэр. Со мной? Мадам Вага хочет увидеться со мной? Она хочет увидеться с вами наедине, сэр. Хорошо? Я сейчас же спущусь. Нет, сэр, она хочет подняться к вам, сэр. Она попросила меня сказать ей, когда маркиза отправится в постель, сэр. Она просила меня ничего не говорить вам, сэр. Но я подумал, что так будет лучше. Да, да, конечно. Конечно, я могу сказать, что вы уже спите, сэр, если хотите. Нет, нет, не нужно. Просто скажи ей, что я один. Хорошо, сэр. Если бы вы могли сделать вид, что слегка удивлены. Я действительно удивлен. Официант, не запирай наружную дверь. Хорошо, сэр. Мадам, миссис Джексон у себя? Миссис Джексон? Они живут здесь. Мадам ищет жену американского консула? Да. Это ведь их апартамент. Джексоны этажом выше, мадам. Извините. Прошу прощения. Лифтер высадил меня на этом этаже. Я не разобралась. Сразу направилась сюда. Какой он глупый. Да, мадам. Конечно, если бы он был умный, он бы не работал лифтером, верно? Верно, мадам. В отеле все этажи выглядят одинаково. Правда? Да, мадам. В таком случае, надеюсь, вы простите мне мое вторжение. Значит, мне нужно подняться на этаж выше, чтобы повидаться с Джексонами. Правда? Мы хорошие друзья. В самом деле? Тогда я удивлен, что мадам не знает, что Джексоны уехали. Да, они неделю пробыли в Париже. Правда? Это ужасно. Я должна объяснить. Извините, что задерживаю вас. Я приехала сюда, чтобы поужинать. Я часто сюда приезжаю. Я сказала своему шоферу заехать за мной в 11:30. Я собираюсь на бал, который начинается очень поздно. В зале так одиноко. Там ни души в этот час. Поэтому я решила повидать Джексонов. Правда? Да. Мы очень хорошие друзья. Да, вы говорили. Поверить не могу, что они уехали и ничего не сказали мне. Боже, боже. Прошу прощения. И спокойной ночи. Сказать портье, чтобы вызвал такси? Спасибо, не тревожьтесь. Я подожду в холле. Там лучшая вентиляция. Полагаю, что время пройдет. Как-нибудь. Полагаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Извините, что снова вас беспокою. У вас есть сигарета? Да, конечно. И спички. Да, спички.
Спасибо. Не за что. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ваш платок. И снова спасибо. Не за что. Мне вызвать лифт для вас? Нет, спасибо. Я хочу еще раз извиниться. Прошу вас, не стоит. Вы уже извинялись один раз. Тогда я хочу извиниться второй раз. Я вторглась к вам. Вовсе нет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Позвольте мне. Извините. Все в порядке. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Прошу прощения, но я вернулась. Мадам забыла что-то? Нет, я просто услышала голоса в конце холла, когда шла. Я узнала один из голосов. Меня бы спросили, где я была. А это не этаж Джексонов. Что бы я сказала в ответ? К тому же они уехали. Да, они уехали. Мне стыдно говорить это, но в этом городе обожают сплетни. Надеюсь, вы правильно меня понимаете. Конечно. Понимаете, как могло бы быть неловко? Неловко? Конечно. Если бы меня заметили выходящие из номера незнакомого джентльмена. Это было бы очень... Да, конечно, теперь все ясно. Да. Я ждала, что голоса станут удаляться, но они приближались. Я испугалась и рискнула снова вторгнуться. Вы понимаете, как все произошло? Прекрасно понимаю, мадам. Вы бы не закрыли дверь, пока они не ушли? Конечно, спасибо. Прошу вас... Садитесь. Спасибо. Пока они не ушли. Я задержусь лишь на секунду. Мне стыдно навязываться таким вот образом. Незнакомому человеку покажется дерзостью, когда к нему продолжают входить без приглашения. Вы так часто говорили это, мадам, что грубо было бы возражать вам. Я беспокоюсь, что вы ожидаете кого-нибудь. Не сейчас. Дверь в прихожую даже не была заперта. Надеюсь, вы не хотите, чтобы я подумала, что вы оставили ее открытой случайно? Нет, я не оставлял ее открытой случайно. Для кого-то конкретно? Для вас, мадам Вага. Почему вы не сказали, что знаете, кто я? Я ждал вас, чтобы сознаться в этом. К
Конечно. Я не знаю вашего имени. Мои друзья зовут меня Джим. Джим? Теперь мы знаем друг друга. Да. То есть мы начинаем узнавать друг друга. Вы не закроете окно? Эта музыка заставляет меня чувствовать себя одинокой. Неожиданно. Почти несчастной. Интересно, знаете ли вы, о чем я думаю в данный момент? Нет, но я хотела бы знать. Я думал о том, что вы так и не нашли мужчину, который бы заинтересовался вами. Иначе бы вы не были такой одинокой и несчастной в этот вечер. И такой безрассудной. Я не одинокая, не несчастная и не безрассудная. Прошу извинить за то, что скажу, но похоже, вы не сильно дорожите своей репутацией. И не своей тоже. Как вы смеете? Вы забыли сделать обычное замечание. Я думала, что вы джентльмен. Нет, нет, я не думала. Ах, вы не думали? Вы знаете, кто я? Нет, я не хочу знать. Хотите вы знать или нет, я расскажу вам кое-что о себе. Нет, прошу, не рассказывайте. В этом нет необходимости. Я бы не выдержала этого. Вы бы все равно не сказали правду. Почему? Не сказали бы. А я ненавижу ложь. Но я лишь хотел рассказать вам кое-что о своей профессии. Вашей профессии? Мне абсолютно все равно. Я даже не хочу говорить об этом. Но почему? Есть вещи, о которых нельзя говорить. Они не упоминаются. Может, скажете мне, кто я, по-вашему? Я спрошу вас кое о чем. Вы можете ответить одним словом, но я хочу правду. Вы ее получите. Это правда, что вы живете здесь в качестве гостя маркизы? Да, да, это правда. Вы делите этот апартамент с ней? Да. Тогда... Как вы можете? Как вы можете это делать? Ясно. Я понимаю. Почему вы надели на себя все свои очаровательные драгоценности, если пришли на встречу с Жиголо? Я не боялась. Я удивляюсь вам. Вы даете мне урок морали? Нет, я говорю о рисках. Разве вы не знали, что Жиголо может отобрать все драгоценности у вас? Ваши очаровательные изумруды. Я бы не боролась за них. Они никогда не приносили мне счастья. Все же. Женщин убивали за меньшее. Вы не смеете пугать меня. Я могу уйти. Неужели? Да, могу. Видите, как просто? Я запираю дверь и кладу ключ в карман. Затем я беру нож или еще что-нибудь. Я хватаю вас за руку так, что вы не можете двинуться. Вы. Вы дрожите. Вижу, вы понимаете, что вы сделали. Вам страшно? Прошу вас, я лучше уйду. Вы уйдете тогда, когда я скажу, и не раньше. Прошу, отпустите меня, уберите свои руки, отпустите меня. Прочь. Я хочу домой. Отпустите меня домой. Вы сделали все, чтобы попасть сюда. Вы здесь? Зачем пытаться уйти? Садитесь. Садитесь. Сесть.
Вы прекрасно знали, что я был везде, где мог вас увидеть. Концерты, опера, ваша улица. Вы знали, что я влюблен в вас, не так ли? Любовь. Мужчинам незнакомо это слово. Хорошо, скажем по-другому. Я хотел вас. Это более вероятно. Все мужчины думают об этом. Женщинам было бы легче, если бы они все знали и принимали это. Тогда бы они не плакали. Да, я всего лишь хотел вас. И не только меня, конечно. Нет, я хотел вас, только вас. Я не мог дождаться посещения оперы. Мне было сложно покидать ее. Когда вы в первый раз пришли сюда, я понадеялся на мгновение, что вы тоже что-то почувствовали, что, возможно, вы подхватили искру. Многие мужчины не могут отвести от меня глаз в опере. Это ничего не значит. Они не в счет. Вы народная любимица. Это их тщеславие, а не любовь. Женщины бегают за мной толпами, но я не льщу себе. Они бегают за вами толпами? Женщины бегают за вами толпами? Да, женщины бегают за мной толпами. Позвольте сказать вам почему. Я думаю, что вы бесстыдны, наглые. Минутку, я скажу вам. Не скажете, я не стану слушать. Да, но я больше не хочу слышать, как женщины бегают за вами толпами. Я не хочу слышать ни слова, ни слова. Я не стану слушать вас. Пока я думал, как встретиться с вами, вы пришли сюда и все испортили. Извините. В какую-то минуту я заключу вас в своих объятиях. Нет. А еще я мог бы убить вас за то, что вы пришли сюда. Я хочу, чтобы не женщины бегали за мной, а чтобы я охотился за своими женщинами. Нелла, Нелла, зачем ты пришла сюда? Потому что мне было одиноко. Что-то произошло сегодня. Я решила, что хочу жить. Жить по-настоящему. Я хотела встретить кого-то, кого бы... Я думала о тебе. Значит, ты пришла сюда ради любопытства или чтобы найти любовника? И ты решила выбрать меня? Жиголо. Жиголо Маркизы. Неслыханно. Возможно, я хотела жиголо. Значит, хотела, да? Хорошо, юная леди, тогда вы уйдете отсюда разочарованной. Джим, как ты мог? Значит, тебе нужен не жиголо? Нет, ты сам это знаешь. Ты был ужасен. Как ты меня схватил? Посмотри. У меня останутся следы. Я знаю. Я буду в синяках, а мне в четверг исполнять тоску полуобнаженной. Что за женщина? Считает пятнышки. Так лучше? И здесь тоже. Если хочешь, чтобы я вел себя хорошо, почему бы тебе не помочь мне? Нет, нет, я боюсь тебя. Я передумала. Я не хочу любить мужчину. То есть я хочу, но... Если бы ты крепко держался за меня, чтобы я не могла вырваться. Я знаю тебя всего лишь час. И ты видишь, что уже произошло? Нет, от тебя нужно держаться подальше. Позволь мне встать. Нет. Джим, я не хочу подниматься, но... Мне не нужен мужчина, который заставит меня думать так, как он думает, и поступать так, как он поступает, и сидеть рядом, пока он живет. Нет, мне нужен кто-то, кто будет добрым и сострадательным, настоящим другом. Ни один любовник не был настоящим другом. Это невозможно. Мне нужен мужчина, который разделит со мной жизнь, и с которым у меня будут общие интересы. Тебе нужен пианист? Нет, нет. У меня есть один, и мне его достаточно. Я говорю серьезно, я не шучу. Любовь значит... Она все значит для меня. В моей жизни нет вдохновения. Мне не хватает этого. Но я боюсь тебя. Любовь к тебе может превратиться в рабство. Я все обдумаю. Да, так лучше. Я дам тебя знать завтра. Нет. Сегодня вечером... Или никогда. Вот ключ от двери. Сейчас без 10:03. Я даю тебе 3 минуты, чтобы принять решение. 3 минуты на важное решение? Я так не могу.
Через 3 минуты я вызову такси. Я провожу тебя вниз, и ты никогда меня снова не увидишь. Но я не могу принять решение за 3 минуты. Какой ты поспешный. Дай мне чуть больше времени. Если через 3 минуты ты будешь здесь, то тебя ждут последствия. Какие последствия? Я крепко обниму тебя, и ты ни за что не вырвешься от меня. Вероятно, тебе лучше вызвать такси, конечно. Минутку. Какой ты быстрый. Если бы я осталась после всего, конечно, я не собираюсь. Если бы ты осталась, то это бы означало навсегда для нас. Потому что я бы никогда не отдал тебя другому мужчине. Подумай об этом. Тебе нравится стращать женщин. Ты считаешь это естественным, да? Нет, пока меня не заставляет. И ты такой властный, я очень властный. Я обожаю тебя. Неправда. Показать тебе, так это или нет? Нет-нет. Тогда я вызову такси. Прежде чем я уйду, прошу, поцелуй меня. Разок. Сладко, нежно, будто мы на самом деле принадлежали друг другу. Прошу, вызови такси. Уже поздно. Итак, она показала нам сегодня, что умеет петь. Да, я рада, но профессор, замечательно. Это все, что я могу сказать. Замечательно и странно. Да, я не могу понять этого. Почему? Потому что я следовало чувствовать себя уставшей сегодня. Почему? Профессор, я так рада, что вы пришли. Я хочу спросить вас кое-что, это очень важно. Мадам надевала сегодня на дневное выступление свое изумрудное ожерелье. Я не заметил. Толпа за кулисами, толпа в гримерной. Я не смог приблизиться к ней. 17 вызовов. Я не могу найти изумруды. Никто так не исполнял тоску. Аудитория кричала «Браво!» ей и плакала. Она разорвала их сердца. Странно. Это было странно. Что-то случилось. Что-то научило ее, как плакать за одну ночь. Да, сэр. Многие дамы узнают, как плакать за одну ночь. Почему? Что ты хочешь сказать? Мадам, она... Не знаю, могу ли я говорить вам. У твоей хозяйки нет секретов от меня. Говори, в чем дело? Ну, хорошо. Ее не было всю ночь. Она была в немецком посольстве? Она не была там. Тогда где она была? Я не знаю. Она приехала домой в 6 утра. Она долго спала. Встала лишь перед самым выступлением. И профессор. Она пела в ванной. Она никогда не делала этого прежде. Остановись здесь. Мне не нравится, когда поют в ванной. Это все, что тебе известно. И еще мне известно, что я не могу найти ожерелье. Моя девочка, я бы не нанял тебя в качестве детектива. Нет, не нанял бы. Моя экономка знала бы все и даже больше. Я еще раз посмотрю в сейфе. Добрый вечер, мадам. Вот ты где, наконец-то. 17 вызовов. Я горжусь тобой. Разве ты не счастлива? Конечно, я счастлива. Это было замечательное послеполуденное время. Ты не выглядишь взбудораженной, когда ты пела как жаворонок. Прежде никто никогда не исполнял так тоску. Никогда. Никогда. Правда? Никогда. Мадам, могу я сказать? Конечно, Конрад. Ваше сегодняшнее пение доставило мне огромное удовольствие. Конрад! Ты был сегодня в опере? Конечно же, ты не слушал всю тоску. Не всю? Всю, мадам. Я бродил за сценой. Когда я услышал голос мадам, он звучал так, как я никогда не слышал. Я сел на деталь декорации, чтобы послушать. Мадам может не поверить мне, но в конце действия я прошел в зал и купил место на балконе. Я не верил, что у мадам есть божья искра. Боюсь, я забылся. Я встал и кричал вместе с толпой. «Конрад,
Для меня важнее твое признание, чем признание всех королей Европы. Мадам, я никогда больше не пропущу оперу, в которой вы будете петь. Будет ли мне позволено поцеловать руку великой артистки? Мадам. Теперь мир может рушиться. Это уже произошло, Рудик. Я получила это сегодня после выступления. Флетчер! Импресарио! Флетчер! Он в Будапеште. Он был в опере. Контракт! Тебе нужно только подписать его. Мы поедем в Америку, где поет Ярица. Мы поедем в Америку, Америку, Америку. Мы поедем в Америку, Америку, Америку. Профессор, добрый вечер, мадам. Добрый вечер, Эмма. Спасибо. Но, мадам, ваши изумруды, они не на вас. Где они? В сейфе. Они не в сейфе, они исчезли. Не волнуйся, я, вероятно, положила их в другое место. Вы не клали их в другие места. Я нигде в доме не могу найти их. Я продала их, потеряла их, засунула неизвестно куда. Говорю тебе, я избавилась от них. Но, мадам, избавилась. Но, мадам, избавилась. Хорошо, мадам. Где твои изумруды? Где-то. Не твое дело. Посмотри на меня. Тебя не было всю ночь. Где ты была? Это возможно? Твои изумруды. Их украл Жигало. Как ты смеешь? Он не крал их. Я отдала их ему. Ты отдала их ему? Дитя мое, как глупо отдавать целое изумрудное ожерелье, когда можно было обойти всего одним изумрудом, что на твоем пальце. Ты не понимаешь. Я не хочу думать об этом. Эти жиголо, как они это делают? О них пишут песни. Как его зовут? Я забыла спросить. Ах, да, Джим. Странное имя. Красивое имя. Он не такой, как все. Он джентльмен. И он... Не джентльмен. Он джентльмен, когда берет твою руку, и жиголо, когда берет твои изумруды. Он ничего не знал об изумрудах, когда я оставляла их. Правда? Нет, не знал. Могу я спросить, почему? Он спал. Это возмутительно. Ты что, не знаешь, кто я? Конечно, знаю, ваше превосходительство. Но мадам отдыхает. И мадам не желает, чтобы ее беспокоил кто-либо. Меня она не имела в виду. Ты доложишь обо мне немедленно. Я попытаюсь, ваше превосходительство. Его превосходительство. Его превосходительство? Его превосходительство. Его превосходительство. Его превосходительство. Его превосходительство. Он смеет являться? Рудик. Тебе нравится его превосходительство, верно, Рудик? Каждый раз, когда его превосходительство треплет меня по плечу и спрашивает, как дела у преданного пса, я грежу наяву. Я грежу, что я фулбэк на футбольном матче, а его превосходительство — мяч. Рудик, ты получишь свою грезу наяву. Я покончила с Альбертом, все кончено. Можешь сказать его превосходительству, что я еду в Америку. Я не желаю его больше видеть. Как говорят в Америке, еще бы. Его превосходительство. Браво! Браво!
Браво, браво! Я поздравляю тебя. Где капризная и замечательная леди? Ваше превосходительство, я должен кое-что сказать вам. Это удивит вас. Мисс Нелла и я... Короче говоря, мы едем в Америку. Мы больше не желаем видеть вас. Ты с ума сошел, Фида? Нелла! Нелла! Ваше превосходительство, я преданный пес. Я не кусаю и даже не лаю. И я советую вам тоже не лаять. Ты уволен. Нелла, Нелла, браво. Я поздравляю тебя. Ты была великолепна. Меня переполняла гордость. Отныне ты величайшая певица Европы. Никогда не уклоняйся. Вчера ты обвинил меня в том, что я не назначил дату нашей свадьбы. Сегодня я пришел просить тебя назначить дату. Ваше превосходительство, вы опоздали на 24 часа. Сегодня мне прислали контракт на выступление в Америке, и я подписала его. Что касается нашей помолвки, вы можете считать себя целиком свободным. Если твое настроение улучшится, можешь позвонить мне завтра. Ваше превосходительство. И кто теперь уволен? После вас, ваше превосходительство. После вас, ваше превосходительство. Всегда после вас. Позвольте, мадам. Да. Молодой человек, прохаживающийся молодой человек. Он снова прохаживается? Нет, он в доме. Что нам делать? Прошу прощения, мистер... Мистер, я не расслышал вашего имени. Конечно, не расслышали. Я вам не называл его. Извините, сэр, но мадам отдыхает. И она никогда не принимает незнакомцев. Входите, сэр. Мадам просит вас подождать пару секунд в гостиной. Спасибо. Ты с ума сошел, Конрад? Он наш новый его превосходительство. Нелла. Добрый вечер. Здравствуй. Что случилось? Разве что-нибудь случилось? Тебе нечего сказать мне? Я сказала, здравствуй. Здравствуй. Зачем ты пришел? Ты прекрасно знала, что я приду. Я не желала больше встречаться с тобой. Никогда. В таком случае тебе не стоило задерживаться больше 3 минут. Этот визит будет продолжительным? Пока ты не выставишь меня. Не понимаю, зачем ты пришел. Не было причины. Я решил нанести ответный визит. Это всего лишь долг вежливости. Да, и еще кое-что. Также возвращаю это. Ты, наверное, забыла его прошлой ночью. Прошу, нет. Я не хотела обидеть тебя. Я лишь подумала, что, может, ты хотел бы оставить у себя его... В качестве сувенира. Понятно. Боюсь, я не могу принять твой подарок. Для меня это пустяк. Пустяк? Мои чудесные изумруды? Чего ты хочешь от меня? Нечто большее. Я не богата. Я не могу тебе много дать. Можешь? Ты можешь дать мне нечто более ценное. Себя. Джим, Нелла, я знаю, тебя ко мне не любовь прислала вчера, но сегодня... Нет, это невозможно. Я уже построила планы. Я уезжаю. Уезжаешь? Я еду в Америку. Я буду рада оставить это место. И буду счастлива забыть. Все. Ты хочешь забыть? Я должна.
Я никогда не услышу эту мелодию. Я не буду думать о тебе, о твоем номере, твоем милом номере с его ароматом и тех вещах, которые ты говорил мне, и твоих поцелуях. Я люблю тебя сильно, искренно. Ты показал мне, что у меня есть сердце. Я люблю тебя. Ты научил меня чувствовать. Я люблю тебя. Научил любить. Я люблю тебя. И я должна уехать. Но, Нелла, как ты можешь? Прошу, не нужно. Возможно, мне не стоило говорить тебе все это. Но, Нелла, дорогая, прошу, уходи, уходи. Нам нечего больше говорить друг другу. Просто уходи, навсегда. То есть, ты никогда не захочешь меня увидеть снова? Никогда? Никогда. Хорошо? Прощай. Он ушел? Конечно, он ушел. Я не хочу его снова видеть. Никогда, никогда. Почему я должна забивать свою голову этим пустяком? У меня есть работа, у меня есть карьера, у меня есть все. Я счастлива. Эмма, ты слышишь меня? Я счастлива. Я стану сенсацией в Америке. Я одна. Мир у моих ног. Нелла Вага Тоска, Нелла Вага Кармен, Нелла Вага Травиата, Нелла Вага... Нелла Вага влюблена, да. Да, мы поедем вечерним поездом. Можете послать за багажом через полчаса. Спасибо. Войдите. Ты! Скажи, пожалуйста, зачем ты пришла? Я решила нанести ответный визит. Джим, я хочу попросить тебя кое о чем. Если я попрошу тебя, ты откажешься от своей профессии ради меня? Я не откажусь. Мне нравится моя профессия. Это очень хорошая профессия. Я горжусь своей профессией. Это то же самое, если бы я попросил тебя отказаться от своей профессии ради меня. Что бы ты ответила? Ты никогда не просил меня? Я прошу тебя, откажись от своей профессии, откажись от своего успеха. Будь моей, только моей. Вот, я попросил тебя. Каков твой ответ? Вот американский контракт. О, моя дорогая! Джим, я хочу... О, поздравляю! Я была в опере. Вы были великолепны. Ты прислал ей контракт, Джим? Да, но она только что порвала его. Тогда вручи ей другой. Дай ей все, что она пожелает. Она будет величайшей певицей в мире. Она не знает, кто я. Что? Вы не знаете, что это Джим Флетчер? Импресарио? Флетчер? Извини, но мне приходится путешествовать инкогнито. Понимаешь, я не могу позволить, чтобы за мной бегали амбициозные Баттерфляй, Кармен и Аиды. И Тоски. А это моя тетя, маркиза Сан-Джованни. Значит, вы его тетя? Настоящая тетя? Его родная тетя? Ужасно, правда? Знаешь, моя дорогая, она думала, что ты... То есть, что я... Ты понимаешь, что я имею в виду, что ты и я... Вы думали, что он и я? Какой комплимент! Какой комплимент! Дорогая моя! Дорогая! Это величайший комплимент со времен Александра! Вы думали, что Джим и я? Дорогая! Джим! Комплимент! Какой комплимент! Подойди сюда. Подойди сюда. Вызвать такси? Уже поздно.